Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». Наш гость сегодня Иван Абрамов, директор Тобольского межрайонного центра ветеринарии. Здравствуйте, Иван Владимирович. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, вот Тобольский ветцентр, если коротко назвать ваше учреждение, чем вообще занимается? Потому что, ну, я уверена, что знают не все, наверное, это тобольчане. Чем занимается? Хочу начать, наверное, с пословицы, да, медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество. А в чем же это выражается? Выражается в том, что мы сохраняем эпизоотическое благополучие нашей местности, наших районов, выпускаем продукцию, здоровую продукцию в ветеринарно-санитарном отношении и проводим ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства. Вот. Ваша задача – избежать каких-либо заболеваний, я так понимаю, да? Выполняем профилактические мероприятия, это вакцинации животных от особо опасных заболеваний, это забор крови у животных для диагностики, опять же, на особо опасные заболевания, общие для человека и животных. Ну, например, вот какие у вас? Такие, как сибирская язва, бешенство, лептоспироз. Также выполняем лечение как домашних животных продуктивных, да, так и диких, так и плотоядных домашних животных, собаки, кошки. На базе нашего ветцентра находится клиника. Непосредственно в нее обращаются жители города Тобольска, Тобольского района со своими проблемками. В основном это домашние плотоядные животные, собачки, кошки. Стараемся помочь. То есть по всем направлениям, получается, ну вот заболело животное, как крупный рогатый скот, да? Можно коров там? Это как и крупный рогатый скот, как и мелкий рогатый скот, так и домашние плотоядные животные, да. Наши питомцы. А, получается, вот, то есть можно принести к вам. Мне кажется, об этом не все знают далеко. Мы находимся на территории бывшей биофабрики по адресу Семена Ремезова, 41 строение 3. Работаем мы с понедельника по пятницу, с 8 утра до 16 часов вечера. То есть можно вот с заболевшим, да, приболевшим питомцем? Можно обратиться вот в этот промежуток времени в рабочие дни, да, к нам с своими проблемками. Угу. Как с терапией, так и с теми же профилактическими мероприятиями. Ну, вот. Например, кастрация? Кастрация, стерилизация. Сейчас вот идет сезон клещей у нас, да, то есть пироплазмоз у животных, люди часто обращаются. Это что значит для тех, кто не в теме вот терминов? Это когда, ну, когда кусают клещ животного, да, то есть там ряд признаков недомогания, отсутствие аппетита, высокая температура. То есть людям незамедлительно нужно нести животное на прием к ветеринарному врачу. Когда уже это затягивается, там уже и затягивается само лечение, да, то есть нам помочь уже сложнее в этой ситуации. Животные тоже делают вот прививку, как людям, иммуноглобулин тоже или что-то там, у них другая какая-то терапия? У животных есть как поливалентные вакцины, да, то есть это от нескольких заболеваний, так и моновалентные, допустим, бешенство. А есть... Угу. Ну, в случае вот укуса клеща что делают? Тоже, ну, вот людям иммуноглобулин? В случае укуса клеща проводится специфическая терапия для каждого вида животных. Как для собак своя, для крупных животных это своя терапия. Ну и также для мелкого рогатого скота. Там свои есть. Там свои, да. Угу. Вот. Вакцинации у нас есть как безвозмездные, то есть бесплатные, да, это как, например, бешенство. И есть платные, то есть это вакцины у нас поливалентные в основном. Для домашних можно? Животных. Там паравирусный, коронавирусный энтерит. Также это бешенство, чумка. А территория обслуживания у вас, ваш межрайонный центр? Территория обслуживания у нас город Тобольск, Тобольский район, Увадский район и Вагайский район. То есть со всех окрестностей? Со всех окрестностей, да. Так скажут, едут к вам. Вообще часто люди обращаются? Вот мне кажется, потому что есть же, ну и там частные ветеринарные клиники, уже как-то люди привыкли, наверное, туда идти. Или все-таки пользуются спросом? Наиболее часто обращаются с мелкими животными. Собаки, кошки. Ну, бывает и продуктивные животные, сельскохозяйственные, это коровы, и мелкорогатый скот. Но все-таки наиболее часто обращаются с домашними плотоядными животными. Вот. Мы проводим и профилактические мероприятия, допустим, по вакцинации, да, домашних животных против бешенства. Но, опять же, человеческий фактор, кто-то не открывает, кто-то, может быть, по незнанию избегает наших специалистов. Поэтому, то есть вы ходите по домам? По дворам, да. Поэтому в этом случае хотелось бы что сказать, что наше мероприятие, допустим, вакцинация против того же бешенства, да, она абсолютно бесплатная.
Все, что требуется от владельца животных, это предоставить свое животное для клинического осмотра. Далее ветеринарные специалисты сделают вакцинацию, это безвозмездно. Тем самым защитить можно себя, своих близких, свое животное от данного заболевания. То есть. А прививка от бешенства, она не... есть же ряд каких-то, наверное, обязательных прививок для вот, владельцев животных? Да, бешенство – это в том числе. Исключительно источником возникновения бешенства у нас являются дикие животные. То есть во внешней среде, да, те же лисы, барсуки, еноты, енотовидные собаки, медведи. Когда они забегут в частный сектор, то есть часто бывает, что лисы заходят, да. Те же барсуки, мы не знаем, да, поэтому призываем владельцев все-таки животных не избегать данных не мероприятий. Не надеяться на авось. Да, не надеяться на авось, а все-таки относиться серьезно, да, к дальним заболеваниям. Вот. А как предотвратить вот такие болезни, мы говорили, серьезные, как там сибирская язва, например, вот это, как тут тоже путем вакцинации получается? Да, это путем вакцинации. Что сибирская язва, что бешенство, что лептоспироз, это у нас проводятся профилактические мероприятия, в данном случае вакцинация животных. Все вакцинации – это государственных мероприятиях запланированы. То есть у них, как у детей, есть календарь прививок, скажем так? Да, как. Они безвозмездные, они бесплатные. Опять же, повторюсь, все, что нужно отводиться, это предоставить животное для осмотра, и наши специалисты проведут данное мероприятие. То есть даже не надо приводить, получается, у вас как бы с выездом, потому перед что выездом. Корову сложно привезти, допустим, из Вагая сюда, да? Перед выездом мы делаем объявление, конечно, у нас все обработки, все мероприятия плановые, то есть мы проводим свою работу согласно утвержденного плана, и перед непосредственным выполнением мы делаем объявление, обзваниваем, делаем объявление в мессенджерах сейчас, да, в газете. То есть у вас уже все охват такой. Охват, да, то есть система своя отработана, как бы, и с населением в таком плане работаем. Есть специалисты на территориях, наверное, да, чтобы не разъезжать все время? Если взять Уватский район, сейчас у нас там стала острая проблема, сейчас вообще никого там нету, специалистов нехватка, нету, да, поэтому мы разместили объявление, если желающие. Вот как есть, раз сейчас может быть, да? Есть желающие, да, пожалуйста, у нас предоставляется жилье, достойная заработная плата. Что касается, да, это нужен, требуется как ветеринарный фельдшер, так и ветеринарный врач. Что касается Вагайского района, там наш штат более-менее укомплектован, но дефицит кадров у нас есть. По Тобольскому району более-менее. То есть на периферии у нас отсутствуют кадры. В основном весь штат сосредоточен у нас на Тобольском ветцентре. Да? Делаем выездные мероприятия, организуем бригады. Мы оснащены транспортом довольно неплохо. Организуем бригады, выезжаем тоже согласно плану. Проводим наши мероприятия. Вот я знаю, что у вас относительно паводка, который сейчас такая обстановка достаточно напряженная в Тюменской области, да, и ну, разные учреждения, да, отвечают там за свою зону ответственности у всех. Вот что у вас? Потому что мы знаем, что паводок несет с собой большая вода, которая заливается везде, несет с собой и угрозу каких-то заболеваний тоже, да. Да, в этом плане хотелось бы остановиться особо внимательно. Да. В связи с прихождением большой воды, пребыванием большой воды в реке Иртыш и Тобол, призываем владельцам животных быть осторожными. А это именно не выпасать животных на подтапливаемых территориях, а также не использовать воду для поения животных, как и для себя, людям это, да, то есть... Ну да, это такая общая рекомендация. Сейчас нам необходимо исключить вот этот именно контакт, так как вода, прибылая вода, несет с собой большое количество особо опасных заболеваний. Так как размываются скотомогильники, размывается кладбище уже по достоверной информации. Да? То есть факты вот. Уже есть. Наиболее вот яркий пример могу привести. Вспышка ящера в 2013 году в Амурской области нанесла колоссальный ущерб сельскому хозяйству данного региона. Это вот в связи с паводком? Да. Преимущественно сельская местность, частный сектор. Что делают с животными? Вот как раз коровы, козы, там, лошади. Куда их? Рекомендуем владельцев животных заблаговременно побеспокоиться об этом. Да? Куда своих животных переместить на случай паводка, организовать заготовку кормов на данный случай. Вот. Либо это родственники, близкие знакомые,
Допустим, вот в Тобольске у нас организовано два пункта временного размещения животных. Для крупных животных это конный клуб «Пегас», место дислокации «Панин-Бугор». Да? Для мелких продуктивных животных это козы, свиньи, кролики, собаки, да, кошки, кролики. Да? У нас организован пункт временного размещения на базе Центра городских услуг «Приют». Муниципальный приют наш, да. Данное предприятие требует от граждан при обращении, да, справку о состоянии животных, то есть от, что животные здоровые у нас. Данную справочку мы можем дать непосредственно при обращении. Ветеринарная служба и Тобольского района проведены все необходимые мероприятия на подтапливаемых территориях. Это у нас Левобережье, Сумкина, Подгора. Да. Возможная зона, да. На возможность паводка нами приготовлены необходимые запасы медикаментов, лекарственных средств, дезинфекционных средств. Так что при каких-то обстоятельствах рекомендуем жителям непосредственно, немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу. А это именно падеж животных, недомогание животных. Ну и после ухода воды тоже не стоит расслабляться. Дезинфекцию же надо проводить. Нужно обязательно сделать дезинфекцию. Запас средств у нас есть, поэтому также рекомендуем обращаться в нашу службу. Берегите себя и своих близких, заботьтесь о своих животных, будьте здоровы. Спасибо большое, Иван Владимирович. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор Тобольского межрайонного центра ветеринарии Иван Абрамов.